В Караганде сегодня в торжественной обстановке открыли мемориальный комплекс, посвященный первопроходцам космоса. Проект стоимостью около 100 миллионов тенге разработан отечественным скульптором Маратом Байспаевым. Центральное место в мемориальном комплексе занимает фигура Юрия Гагарина, первого человека в истории Земли, который 50 лет назад покорил космическое пространство и открыл землянам путь во Вселенную. Городские власти нашли для этого самое подходящее в шахтерской столице место, площадь, которая уже 50 лет носит имя первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Сегодня мы находимся буквально в том месте, где делается история, космическая история нашего государства, Республики Казахстан. Вот я сегодня прямо с Байконура, после запуска космического корабля пилотируемого, очередного, бросив все, прибыл в Караганду для того, чтобы открыть вместе с карагандинцами и с акимом области этот прекрасный, в общем-то, прекрасный памятник. Я должен сказать, что такого памятника я не видел нигде. В Казахстане это вообще первый памятник Юрию Алексеевичу Гагарину.